Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы с вами поиграем Imperium Galactic Survival. Это что, мы падаем, что ли? Красота-то какая, ребят. Ух, ты, жесткое приземление. Обнаружена чрезвычайная ситуация. Протокол был инициализирован. UCH-001. Продолжить. Статус корабля. Уничтожен из-за неисправности системы двигателя. Текущая ситуация разбился на неизвестной планете в состоянии пилота. Успешно покинул корабль в спасательной капсуле. Здоровье пилота низкое, но стабильное. Встроенный искусственный компьютер что-то там в настоящее время перезагружается. Система доверенного обеспечения активирован. Травма. Откройте панель обзора личного статуса. Угу. А чё? А как? А почему? Требуется бандаж, перевязка. А где русский язык? Закройте, что-то продолжить, короче, я понял. Так, у меня рана, руки, ожог руки. И использую бандаж. Так, что мы можем? Ну как так-то? Так, выберите что-то, инструмент выживания, правая кнопка мышки. Соберите что-то, кнопочка F. Плант, растительное, протеин. И Harvest Fiber for Small Trees. Типа палочки, да? Опа, а вы не можете повредить цель этим оружием. Так, лады. Режим добычи. Утилизация режима. Режим добычи. Ну-ка. О! Растительное волокно. Отлично. Вот. Волокна. Выполнен. Соберите растительный белок. Если не обрубить эффект кожный ожог, приводит рано через землю. Стоямба. Бинты. Растительный белок. Нужен срочно растительный белок. Где растительный белок взять? Мне срочно нужно найти растительный белок. Две штуки. Вот, растительный белок. Вот в этих штук. Так, нажимаем Tab. Делаем бинты. Кайф, кайф. Пока мне нравится все. Да, немножко угрюмо. Что случилось? Там вот какая-то шляпа стоит, видите? А, во, мой рюкзак, короче. То есть я почти в том же месте. Упал. Угу. Опа, фонарики. Вот нам чуть-чуть побольше дали, да? Так, волокна. А, переключиться, добыча. Так, во-первых. Собрать. У меня... Это что там будет, динозавр, что ли? Я не думаю, что мне стоит туда подходить. Так, используйте бинты, создайте бинты, используйте... такое. А мне вообще вон туда надо идти. Ну, у меня сейчас вроде нет раны, да? То есть мне в этот раз повезло, я приземлился более-менее аккуратно. Так, 21 градус. Так, обнаружен новый ресурс, медные залежи. Подожди. А, вон он, рюкзак-то. Потом пойдем на залежи меди. Немножко надо как-то тут освоиться более-менее. Впервые я в этом мире. Но пока что мне нравится. Отдаленно напоминает 7 Days to Die. А, я думаю, что какая-то энергия. Блин, смотри, там толпа просто динозавров.
Так, F для доступа. У меня теперь две пушки таких. Нормас, нормас. Так, разобрались. А, чё нам требуется? А, создать бинты, использовать бинты. Бинты я делал, но... Не... А, во, продукция. А, использовать как... Стоять. Там быстро пропадает через 3 минуты, офигеть. 4. Инициализация. В смысле, Вика, что такое? А, Вика, типа, интеллект. С возвращением командира. Рад видеть вас живым. Нам невероятно повезло быть затянутым в воронку искривления Титана и выйти живым невредимым. В настоящее время я пытаюсь восстановить связь с флотом операции Феникс. Это займет несколько минут. А пока я сохраню записи наших сенсоров и событий с момента нашего побега со станции Аполло. А, путеводитель Империопедии F1. Пожалуйста, откройте КПК. Так. Карманный компьютер отслеживает доступные миссии их прогресс, но также предлагает путеводители. Отслеживает истории. Ну, типа, ознакомились. Чтобы закрыть. Так, командир, наступает ночь, вам нужно что-нибудь поесть. Я проанализировал близлежащие растения, большинство из них должны быть съедобны. Сначала соберите немного растительного белка и сделайте энергетический батончик. Так, энергетический батончик. Энергетик. Ага, батончик. Растительное волокно. Так, это требуется. Растительный белок 2. Растительный белок я брал. Ага. Ага. А, то есть все растения содержат растительный белок. Хорошо. Без проблем. А, съесть его надо. Я его кушаю. Вот у меня спасательная капсула. Ресурсы какие-то. Так, мои попытки установить связь с лотом не увенчались успехом, но я слежу слабый сигнал маяка поблизости. Для начала нужно создать детектор в вашем встроенном конструкторе. Ага. Встроенный конструктор. Детектор. Позволяет сканировать область и наличие структуры ресурсов. Прикольно. Палатка. Блин, прикольно. Слушай, тут еще кооператив есть, офигеть. Так, уровень 2 получен. Замечательно. Так, а что это такое? Железо. Так, добыча. Добыл 3 железные руды. Офигенно. Это что такое? Детектор? Токен исследователя. Так, что там пишут? Возобновляет наследование. Так, снаряжение. Что нам надо снаряжением сделать? Использовать детектор. Надеть станцию. Спасательная капсула. Рюкзак. О, рюкзак еще один. Я же его собрал. Нет? О! Мне что-то страшно как-то. Они меня не будут трогать? Вас что так много-то, а? А, тут я все собрал. Ага, лады. Так, залежи меди. Ой. Надеть станцию. О, кнопка М. Во. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ресурсы. Так, давайте до ресурсов добежим. Фонарик. Спасательная... А, вот станция, вон на 400 метров. Ну, пойдем сразу, как нас просят. Так, 18 градусов, а то уж темнеет. Может, можно ее как-то добыть? Вы не можете здесь копать. Ну, ладно. Собираем, чтобы были батончики у нас.
Ну, я думаю, если идти по обучению... Ну, не обучению. Ты кто такой? Пожалуйста, не надо меня пугать так. Господи, ты хорош! Я вас не трогаю, вы меня не трушите, ладно? А кто вы такие? И что такое с Вебсом? Вебс, ты что? Паразаур 02, Паразаур 02. Второго уровня. Так, ладно. А обломки? Что за обломки? Ящик хранения. Оптоволокно, ништяк. У меня будет интернет. А что это такое? Это что-то под землей уходит. Это... Мне вот эти вот профризы не устраивают. Так, мне надо сделать батончик, у меня в животе урчит. Максимум сделаю. А я не могу... А что так много могу сделать? Ладно. Ты подожди, зачем ты выкинул? Можешь сразу взять в руки? Во. Так, ну ладно, продолжаем беготню. Цветочки, вот это что такое? Почки. Больше похоже на какой-то хмель. Прикольно. Вы находитесь на территории фракции. Ваша текущая репутация нейтральная. Прошу. Яйцо. Капец, что за планета какая-то интересная. Грибы какие-то непонятные. Собираю. О, растительное волокно. Так, поврежденная станция. Интересно. Так. А, получить доступ к консоли. Антенна. Декор. А, вот тут. Ого! Это я так прыгаю. Кажется, внутри убежища есть консоль. Найдите, получить доступ к ней F. Угу. О, прикол. Поговорить с поврежденным. Поврежденную консоль. Ну давай. Сбой загрузки консоли. Ошибка 101. Активирован режим энергосбережения. Ошибка 108. Файлы внутреннего хранилища повреждены. Запуск диагностики. Завершено. Внутреннее хранилище все еще доступно. Я нашел несколько индексов, которые... Ой, чего... Зачем так делаешь? Датирован почти годом назад, я не могу загрузить их содержимое, пока консоль находится в режиме энергосбережения. Вам необходимо установить некоторые устройства и установить их на станцию, чтобы я могла снова включить ее. Прежде чем вы начнете работать на станции, вы должны разбить лагерь. Соберите немного растительного волокна и создайте палатку. Понятно. Так, чтобы сделать палатку, что нам требуется? Ага, мы ее можем и так сделать. Волокно у нас есть. Стоп, да. Но надо еще собрать. Так, вон там еще какая-то штука есть. Что у нас? Растительный белок. Волокно. Что это, чей скелетос здесь такой? Переместить палатку в свободный слот. Давай попробуем. Палатка, палатка, палатка. Продукция. Так, разместить палатку. Давай рядышком где-нибудь со станцией. Примерно вот тут где-нибудь поставим ее. Так, открой технологии F3. Так, перейдите на вкладку «Разное», прокрутите вниз до портативного конструктора и дважды щелкните его, чтобы разблокировать устройство. Если вы не можете разблокировать устройство, вам может потребоваться заработать больше очков опыта. Чтобы повысить уровень, заработать больше очков разблокировки. Окей. Разное. А, во, прочее, ладно. Портативный конструктор. Открыли. Ништяк. Так, соберите железную руду, создайте портативный конструктор. Портативный конструктор. Угу, создается. Ну ладно, пока он создается, мы можем что-нибудь подсобирать. Это все, мне кажется, прям основной элемент, что надо собирать. А вот эта фигня, это что такое? Я думаю, к ней лучше не подходить. Страшная... Вот они, костяшки. А, это ихние яйца, что ли? Ладно.
Я их не трогаю, они меня не трогают. Мы живем шикарно. А, вот тут я лагерь разбил, да? У меня теперь отмечается. Да. Так, что у нас еще делается? Так, это кто у нас? Медь. Плюс 2 меди. И это у нас что? Железо. Так, разместить портативный компьютер. Пойдем его рядом с базой нашей разместим. Где-нибудь здесь. Это типа верстак, да? Так, открой технологии F3. А оружие можно найти во вкладке оружия. Пистолет уже разблокирован. Необходимый боеприпас будет разблокирован автоматически. Я предлагаю потратить много времени на то, чтобы проверить, какое оружие может быть доступно или разблокировано дополнительно. Оружие. Пистолет есть. Дробовик. Урон в 2 раза больше. Пистолетка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Легкая броня. Вообще неплохо. Круто. Шикарно. Откройте портативный конструктор. Щелкните значок во вкладке оружия. Предметы надо заголовком шаблона. Переместите все ресурсы в инвентарь. Вот, персонал шифта. Патроны в списке рецепта. Перемещение, если у вас нужно, можете добавить более одного шаблона одновременно. А пистолет, а где? Он же разблокирован? Его нет. Ничего не понял. Вот теперь понял. Так, пистолет. Механические компоненты нужны. Где у нас механические компоненты? Чтобы их сделать, нужна стальная пластина. Стальная пластина. Нужен железный слиток. А, железный слиток. А, железная руда. 5 штук надо. Окей, пошли железо собирать. Я не против. Будем собирать железо. Опача. Чуваки какие-то. Не хочу. Пока я не хочу к ним идти, честно говоря. Вот, давайте здесь посмотрим. Так, это медяха. Медяха, да? Я яйцо. Медь. Вот, железо. Железо. А что, если землю буду копать? Копает реально, смотри. Ничего себе, Майнкрафт. Давай поглубже пойдем. Не обрушится здесь ничего? Ладно, пока непонятно. Ну, слушай, прикольно, прям слои такие, да? Прям по кайфу, мне нравится. Ладно, это все, конечно, круто, но нам нужно железо. Сколько железа есть у меня? 8. Надо хотя бы 2 еще. Медюшка, медяшка. Так, это собираемся. Во. Так, все, погнали. Эти чуваки меня не трогают, да? Хорошо. База моя. Копнул я там знатно так. Кстати, надо покушать. О! Энергетический батончик скушали. Так. Нам нужно... Что такое железный слиток? А, железная руда. Материалы. Чик. Чик. Ого. Я думал, там один слиток будет, а 10 штук делается, оказывается. А где это пишет? А, выработка это. Я понял. Так, а... Во, хорошо, что я сделал. А, не, не знаю. Ладно. Материалы. Делаем, значит, механические компоненты. Сколько нам надо штук, чтобы сделать оружие? А, во, пистолет. Один пистолет делаем. И патроны к пистолету. А, требуется еще нитроцеллюлоза и медный слиток. А, нитроцеллюлозу где взять? Допустим, целлюлоза это дерево, да? А, попробуем.
Уничтожил. Дерево дали. Бревна. Прикольно, прикольно, прикольно. Медь. Так. Чё там нитроцеллюлоза? А, нитроцеллюлоза. Блин, давай посмотрим. Её же можно как-то скрафтить по-любому. Так, пистолет есть. Нитроцеллюлоза. Растительное волокно. Патроны. Так, медный слиток. Медяха. Я думаю, 50 патронов пока хватит. Теперь у вас есть базовый конструктор, который позволит вам вставать во все устройства, необходимые для восстановления питания и связи, а также базовое оружие для защиты. Для активации вам необходимо составить малый генератор, топливный бак, ядро. Чтобы заработало все вместе, для этих устройств нужно больше материалов, чем, вероятно, сможете найти здесь. Нужно искать дальше. Я установил маркер, вызвали на большой обломке на вашем радаре худ. Там найдем больше материала. Собрать растения, предыдущим поезд, пока вы идете к обломкам. Выдвигаюсь. Прикольно, прикольно, прикольно. Но я думаю, стоит ночь эту переспать, а потом уже куда-то выдвигаться. Ну вот нам дали 600 метров. Ну сейчас немножко здесь можно подсобрать. Не знаю, 50 патронов, много это или мало. Давайте поставим еще, чтобы сделалось, на всякий случай. Мало ли агрессивные будут ребята, которые будут на нас нападать. Так. Патроны. Допустим, 5. И пошли. Давай, дерево порубим. Так, покушать надо еще. Что-то там, смотрите, есть. Давайте-ка заглянем туда. Обломки. От чего обломки-то? Вы не можете повредить цель этим оружием. И заглянуть здесь некуда. Оу. Ну, что, это корабль, скорее всего. Я отсюда ничего не могу взять. Ну ладно. За это только опыт дают. Руда. О, кремний. Так, смотрите, еще какие-то обломки. Ну, короче, таких обломков много. Их, чтобы разбирать, надо прокачать оружие, я так понимаю. Уже ночь. Вон там, смотрите, какая-то прям штукенция здоровая стоит. Еще посмотрим и пойдем, наверное, спать. Ты взял? Собирай. Вот это махина. Только я уже ничего не вижу. О, ресурсы, я думал, ресурсы. Вот, ящик. Антибиотики, механические компоненты, испорченная еда. Все пригодится. Пока что пригодится все. Там, видимо, тоже где-то будет ящик, может. Внизу. О, еще один. Стальная пластина, очищенная вода. Классно, вода есть. А пить? Пить, в принципе, здесь не надо. Здесь можно только кушать. Ну, нормально, неплохо. Когда очень много показателей, можно запутаться. Это что такое? А. Так, ну ладно. Выдвинемся к обломкам ночью. Это что такое? Воины. Вы нашли фракцию Талон. Вы что такие страшные? Ты, Вася, кто такой? А ты кто такой? Вы похожи на людей. Я бы мог бы вас расстрелять. Что за звук? Кто там прорычал сейчас? Это что такое? Кремний. У меня его мало. Так, у меня, короче, какая-то фигня. У меня температура не очень. Мне, наверное, надо в палатку как-то залезть. Так, хочет-то кушать. Давай, кушай. А ему так-то много надо еды. О, наелся. Так, возле палатки нажмите, чтобы уснуть. Градусов? Думаю, да.
2 часа ночи. 10 градусов тепла. Ну, такое себе, не очень. Нет, 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 отмени, 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 отмени. Блин. Ладно. Растительное волокно потратили немножко. Ну, ничего. Термовентилятор, вот этот вот может согреть вас, а зле охладит. Это полезная штука. Нужна железная руда. А, у меня заблокировано пока. Ну ладно. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.